процентов. Ты меня не затроллишь, понял? Да, я пошел торт готовить. О, нормально. Сегодня тортик будет, да? Нужно похавать будет потом обязательно этот тортик. Короче, этот профессионал вообще меня не замечает. Я вот бегаю по дому, а он думает, что у него завелась какая-то мышь. Давайте я, наверное, затроллю его. Так, осторожно. Главное, чтобы он меня не заметил. Но я, в принципе, очень маленький, поэтому все нормально. Я сделаю себе вот такую вот нычку. И сейчас немножечко стрельну по профессионалу. Опа. Чего? О, не понял, что происходит. Опять эта мышь дурацкая вылезла. А ну иди сюда, я тебя сейчас найду, какашка дурацкая. Я же говорю, ребята, он реально... Ой, осторожно, он реально думает, что это мышь. Смотрите, как я тут прикольно спрятался. Я могу прятаться просто везде у него в доме. Ладно, сейчас подождем, пока он на второй этаж пойдет, и я вам покажу мой дом прямо под его кроватью. Так, быстренько проходим. Ой, осторожно, я встану в уголок. Надеюсь, он меня не заметит. Ничего не понимаю. Ладно, короче, я пошел к себе в спальню видео записывать. О, все, отлично. Сейчас я вам покажу мой дом. Все, я поднялся на третий этаж, и прямо вот в этой комнате у меня находится дом. Так. Всем привет, ребята! С вами я, Пафснал Жека, и сегодня мы... Не понял, ты что за звуки какие-то непонятные? Кто мне мешает видео записывать? Так, страшно. Почему дверь открыта? Я же ее только что закрыл. Пипец просто какой-то. Ладно, ладно, пойдемте, короче, быстренько под кровать. И вот он мой дом, смотрите. Я прямо построил целый мир. Здесь у меня есть и ручеек, и деревья, и, в общем-то, мой домик, смотрите, с кроватью. Вот, прямо под кроватью профессионала, прикиньте, он спит надо мной, можно сказать. А я тут живу, развиваюсь, у меня тут целый свой мир. Мне кажется, вообще очень круто получилось. Так, а что он там делает, кстати говоря? Подписывайтесь, короче, на канал, ребята, и всем пока-пока. А, все, наконец-то я снял видео, можно немножечко отдохнуть. А, о, смотрите, во, профессионал лег на кровать, видео записал он. Ну, окей, тогда самое время его затроллить. В принципе, как вам вообще мой дом? Мне кажется, вообще идеально. У меня здесь есть все. Вот, ладно, давайте выйдем отсюда и немножечко затроллим профессионала. Так, он пока что лежит на кровати, это хорошо. Я пойду куда-нибудь в комнату или... А, давайте я его ударю. Получай, получай, блин, не могу ударить. Ладно, тогда вот так вот сделаем, опа. О, не понял, что произошло, я только уснул, опять мышь дурацкая вылезла, выходи, не выпущу тебя из этой комнаты, сейчас найду 100%. Ну да, да, найдет он меня, конечно, конечно. Блин, опять тут ничего нету, опять куда-то выбежала эта дурацкая крыса, ладно, сейчас я тебя найду. Ладно, все, он ушел, и теперь мы тоже можем пойти. И, в принципе, я вам покажу вообще дом профессионала, потому что он у него достаточно большой и красивый. Вот тут у него телевизор, книжки. Я, кстати говоря, вот за этими книжками люблю прятаться, когда профессионал здесь проходит. Вот так вот запрыгиваю, и все, профессионал меня никогда здесь не замечает. Да и вообще, в принципе, он думает, что я мышь. Вот, он не знает, что это я.